4 ноября в России отмечается День народного единства. Это праздник, увековечивший освобождение Москвы от польских захватчиков в непростом для российского государства 1612 году. Причем дата 4 ноября больше символизирует не саму победу, сколько сплочение народа, которое сделало возможным разгром захватчиков. Праздник был учрежден в 2005 году и с этого момента является выходным днем. Однако не все россияне до сих пор знают, что произошло в этот день и что именно мы отмечаем. Никак не будем праздновать, что мы не знаем. 7 ноября для меня ближе. День народного единства – это что? Ну, я считаю, что это праздник многонациональности, он нас всех объединяет, объединяет нашу страну. День народного единства, когда все народы объединяются. Это больше семейный праздник какой-то, чтобы семья объединялась. Семья – ячейка общества. Если мы все будем сначала семьей едины, значит, будем едины народом. Благодаря всероссийской переписи населения я узнала, что у нас в Северской, по крайней мере, находится очень много наций. И люди, нет никакой вражды среди нас. То есть даже будь то грек, азербайджанец или русский, если они живут на одной улице, у них нет вражды между друг другом. Все приветливые, все дружелюбные. Современный День народного единства – это праздник, который призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить гражданам многонациональной страны важность сплочения.